Говорит, все, всем спасибо, я пошел. Так, а тут птичка невеличка. Дорогой мой. А, дорогой мой, ты куда пошел? Ты еще не доел. Подождите, говорит, мне надо. Ко львам-то не ходи. Так, к енотам тоже не ходи. Они противные, бандиты. Они в масках. Чуча, куда пошел? Так, еноты что там мыли, интересно, в своей воде? Так, не падай в воду, пожалуйста. Так. Ну что, ее все равно менять. Ее все равно менять, потому что ты уже пил, не лазь в воду. Так, говорит, валить надо от этих людей. Пока могу. Я лис, я дикий лис. Самостоятельный. Не то слово. Так, куда ты пошел в воду? Без толок. Лапы помыть. Лапы не надо мыть. Давай, вылазь. Что ты сделал? Привет. Дитя любви, они себе. О, мы покакали. А он там еще покакал. Молодец. Енотом навалить, говорит, стрелку. Да, то, говорит, они воняют. Надо, чтобы они поняли, что такое воняет. Все? Так, товарищ, выходи отсюда. Выходи отсюда. Так, выходи. Так, куда полез? Угу. Нормально. Угу. Где? Есть он пока не может сам. Только глотает, ну, то, что из шприца дает. Я вам дала печенку, она ее полизала, и все. Ну, я, может, зажжу глаза. Да, ну, слушай. У нее полноценный просто корм, смысл. Печенку эту еще обтрещится. Господи боже, а там заяц, я чувствую, там заяц. Зачатинку не дам, это мой заяц. Сама съем. Извиняюсь. Тебя съем быстрее, чем зайца. Все равно. Ты где видела некрасивых лис? Мне интересно сказать. Ну, знаешь, как на некоторых посмотришь? Ну, не знаю, я некрасивых еще не видела. Ты куда? Нет, не надо туда врезаться. Скажи, мне куда-то надо, я просто не знаю куда. Я еще не решил. Я хочу осмотреть свое владение. Ходите за мной, продолжайте. Нет, милая, здесь владение львов.